Всем здрасте. Вот опять я второй раз заземлился полностью. Это самое. И приступаем к началу обзора. 808 нанометров, 3 ватта, 3000 милливатт инфракрасного лазерного диода с C-фак объективом. Ну, я так понял, это C-фак объектив, это оптоволокно, приклеенное к самому кристаллу для лучшей фокусировки. Что ж, приступим. Так. Данные показал. Так. Не понял. Нашел. Где-то здесь. Ладно, попробуем старинным методом. Как-то вот так. Сразу говорю. По поводу 3 ватт. Я не знаю, боятся ли они пыли комнатной. Это все дело, конечно, в стерильных помещениях надо делать. Ну, по крайней мере, стол и протер, пол вымыл, руки заземлил. Что, сейчас покажу, как он выглядит. Так, сейчас его достану. Ранить его просто не хочу, потому что мало ли что здесь отлетит. Короче, стоит он примерно 2. Короче, в районе 3000. Вот он сам диодик. Ух, нифига себе. Таких раньше лазерных диодов не видел нифига. Какой-то особенный. Сейчас я его поставлю тогда. Таких я действительно ни разу не видел еще. С какой-то прям платформой. Сейчас поближе покажу. Вот он. Йо. Кристалл здесь, конечно, как-то по-интересному вообще сделанный. Не то, что в этом у 2-ваттных, у 5-ваттных. Здесь какая-то подложка прям на нем. Ну и вот, наверное, видно, где клей. Палец-то мой. Где клей? Если кто видит, железочку возьму, хотя нежелательно бы. Вот, где клей у него. Самого диода, если видно. Там стоит C-фак объектив. Ну как, проще назвать это оптоволокно, которое фокусирует сам диод, чтобы он не настолько сильно расходился, как он расходится. Данные диоды расходятся очень, ну короче, по крайней мере, они меньше расходятся, чем без фака объектива. Вообще все диоды инфракрасного цвета на подложке C-mount, они все расходятся довольно сильно. Ну, в принципе, на то китайцы и называют насос 808 нанометров. Вот так он примерно. Так.
как бы со всех сторон показывать уж на свой страх и риск. Дорогущая штука это. Можно было телефон купить целый, а то даже целый проектор китайцев. Нет, блин, купил диод. Да, он там что-то блестит, кстати. Интересно. Так сам выглядит кристаллик. Здесь тоже что-то написано. 1800 чего-то там. Вот. Такой кристаллик. Кристаллик порядком поменьше, чем у 5 ватт. Точнее, покороче, чем у 5 ватт. Ну, конечно, сделан как-то по-необычному. Тот же самый кристаллик, я как вижу, стоит на какой-то подложке определенной. Сам C-mount платформа не реагированный вообще, а именно подготовленное место в центре. Контакты припаяны на подложку, точнее на платформу C-mount от самого кристалла. Подложки, платформа C-Mount. Так, сейчас я попробую еще сам CFAK объектив сфокусировать, чтобы показать, как он вообще выглядит. Если кто будет покупать, конечно. Сам лазерный диод, хотя кому они нафиг нужны, если грамотно рассудить. Кроме... кроме тех, кого действительно прут лазеры, как и меня. Надо, скорее всего, тем нужно и нужные будут. Ну, именно для того меньшинства мой канал. Кажется, для тех, кто купит подобную вещь. Не пожалею денег, как говорится, на нее. Для того, чтобы просто поэкспериментировать. Накачать зеленый, либо красный, либо голубой 473 нанометра. Либо желтый еще, кстати, можно качать трехватным. Вот так выглядит CFAK объектив. То, что видно, то, что приклеено. Руки, конечно, дрожат. Хочется приблизить побольше, чтобы полная картинка была. Вот, в принципе-то, и все. Данный диод купил для того, чтобы накачать 671 нанометр. Вместо 2 ватт поставлю 3. Чтобы... ну, чуть-чуть поярче был, скажем так. И, можно сказать, подольше не сгорал он. Все, конец обзора. Всем пока.